Всем привет! Небольшой решил обзор сделать, как мы в своих нутрях расслабляем жару, блин. Жара стоит в тени 38, блин. На понедельник уже обещают 41 в тени. Вот так мы спасаем своих нутрий. Включил скважину. Вольер бетонный, я тогда лью им сюда, они тут болтыхаются, плавают. Сейчас наплавали, сидят, уже отдыхают. Вот так лью в вольере. Водички много. Ну, как бы сделали естественную среду им. Потому что жарище невозможно, блин. Как этот в Африке у нас прям уже. И 41 в тени, и 38 обещают. И вообще, не знаю. От этой жары никому покоя, ни людям, ни животным. Так что вот так мы расслабляем наших мальчиков. Устроили им сегодня такую ванну большую прям. Скважина холодная воду подает. Так что им нормально. Пускай купаются, расслабляются. Все легче так, чем никак без воды. Я не представляю, как вот в клетках у людей сидят. Что там с ними сейчас в такую жару, блин, интересно. Как они спасают, блин, своих животных. Так что вот так мы своих мальчиков сегодня решили побаловать. Жарища стоит невозможно. И уточкам поналивал воды там. И нутрякам. Все бедные, как говорится, языки повываливали. Мучаются. Ладненько. Сейчас покажу уточек, девочек, да, буду заканчивать. Жара, вон, даже кабачки свои лопухи опустили. Вон. И уточки наши, блин. Тут вообще им поналивал так, что аж болото стало, блин. Полчаса вода лилась, они бедные. Да? Крякаете. Болото вам я развел, блин. Ну и что, все повысыхает, жара стоит. Так что такие, это помладше, те постарше. Воюют между собой, не хотят мириться. Да-да-да, давайте, купайтесь. Сейчас девчонок еще покажу. И будем это заканчивать. Надо будет и Диночку мою тоже, блин, покупать сейчас со шланги. Так. Вот, девчонки тут, ну тут хоть сарай попрохладней, но тоже им налил он корыто, выкупались уже, чистятся мои девки. Ладненько, на этом будем заканчивать небольшой репортаж свой, как говорится. Всем удачи, берегите себя, свою семьи свои, поменьше. Сейчас лазьте под солнце, потому что вообще невозможно солнце какое. Под сплитухом, холодненькое пивка и телевизор. Ну все, всем удачи, давайте. Ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. Подписывайтесь, пишите комментарии. Все, жду всех на своем канале. Всем спасибо за подписки. Пока.